Всем привет, это канал Canada Cars, меня зовут Арик. Сегодня мы вам показываем машину Volkswagen Tiguan 2017 года, Comfort Line, Wolfsburg Edition, это последний год, 2017 год, когда производился этот кузов, потом стал производиться уже другой тип кузова, как у Volkswagen Atlas, вот такого же типа. Значит, вот эта машина, мы предлагаем ее для Украины под ключ, полностью с доставкой, с растаможкой, $13 700 США. Значит, доставляем мы машины через Клайпеду достаточно быстро, там 4-5 недель она уже будет в Украине, растаможенная, вы можете ей пользоваться. Если вы хотите купить машину на внутреннем рынке Канады, то она, пожалуйста, тоже может быть ваша. Если вы приехали по Куаэту или как-то, или здесь живете, приходите к нам сюда. Значит, цена на местном рынке $12 600 плюс налоги. Все эти машины, которые у нас есть в наличии, в частности, это вы можете увидеть на нашем веб-сайте canadacars.biz, вот у нас на стене, рубрика «Cars in Stock». Хочу отметить одну важную вещь, что вы там увидите такие красные, получается, кнопочки с ценой по всем машинам, которые у нас есть. И те машины, которые нормально проходят для Украины, по растаможке, по всем, скажем так, по спросу, по разным, скажем так, критериям, там отмечена цена в долларах и в долларах США, написано для Украины, предположим, по этой машине указано крупным $12 600 крупные цифры, и рядом же с этими цифрами написано $13 700 USD for Ukraine. То есть вот это понятно, что машина уже рассчитана для Украины. Другие, где нет этой цифры, значит, они не рассчитаны и не предлагаются для Украины, потому что это в основном только для внутреннего рынка Канады. Ну, это уже, как бы, как говорится, разница спроса, и мы работаем на рынок, в основном, в принципе, на рынок Канады, но и мы отправляем и в Украину машины. Значит, если вам эта, допустим, машина не нравится, или эта комплектация, или что-то, или цвет, что-то еще, то есть мы можем подобрать вам от дилеров, локальных дилеров в Канаде, в принципе, по всей Канаде можем купить, либо мы можем даже посмотреть в пределах там, Монреаля, поехать посмотреть машину другого цвета, там, другой комплектации, и пожалуйста, мы можем вам и ее тоже приобрести и отправить. Любую другую машину, не обязательно Volkswagen, Tiguan, может, ну, любая машина, которая вам нравится, там, хоть Maybach, или Tesla, или что-то еще, я не знаю. Значит, по вот этой машине давайте еще маленькие, скажем так, отступления. Скажу, многие люди, которые сюда приехали из Украины, по Куаэту, эмигрировали сюда, к нам обращаются купить машину, хотят на местном, ну, на местном локальном рынке для себя, для эксплуатации. Мы всем, как говорится, для всех открыты, помогаем. Можем организовать финансирование через банк для наших клиентов. Также мы вот имели случаи, к нам обращались люди, которые хотели купить машины с чистым clean title. Это не salvage, не нормальный техпаспорт у машины, но аварийную с аукциона Copart или с аукциона Impact Auto. То есть у нас есть уже примеры, случаи, когда украинцы сюда приехали и при помощи нас покупали себе такие машины, они сами их ремонтируют, забирают. Вот, пожалуйста, обращайтесь, можем вам помочь любую машину скупить с Copart или с Impact Auto. Мы вас, естественно, проконсультируем, какую именно, какие машины проходят по нормам канадским, и проконсультируем, что лучше брать, что не брать, там, может быть, какие-то там по запчастям тоже все такое. Обращайтесь. По этой машине давайте я вам ее покажу. Вот у нее два ключа. Машина 17-й год, Wolfsburg Edition. Это последний год, когда выпускались Тигуаны в данном кузове. Двигатель у нее 2.0. Коробка автомат у нее шестиступенчатый Айсин. То есть это тойотовская коробка скоростей. На всех вот этих вот Тигуанах тойотовская коробка скоростей. Кстати, на вот этом то же самое и на Тороге в том числе. Тойотовская Айсин коробка и трансфер кейс, и вот эти передний, задний дифференциалы, то же самое, Айсин. То есть вот так она выглядит снаружи. Значит, мы по всем машинам делаем, у нас вот свой, есть за этой стеной есть свой гараж.
Вот они, камеры, мы видим все, что там происходит. Сейчас закрыт гараж. Мы все машины подготавливаем для канадского рынка. То есть мы тормоза делаем, меняем свечи, масло в моторе, все фильтра и делаем антикоррозийную обработку кузова снизу, днища, специальным краской, как антигравий такой вот он прорезиненный, и делаем балансировку колес, чтобы, мало ли, знаете, бьют колеса, мы сразу делаем балансировку колес, чтобы при тест-драйве наши клиенты оставались довольными. Значит, все машины мы рекламируем и на внутреннем рынке Канады, значит, и уже кто, как, где она в первую очередь продастся, там она и остается, естественно. В Украине там или, допустим, в Украину или в Монреале в Канаде. Или, мы делаем весь пакет документов для любой провинции канадской. И даже если вы живете в Альберте или в Саскачеване, или там British, даже Колумбии, или в Новоскоше, в Онтарио, вы можете к нам прилететь на самолете, мы вас встретим. У нас много таких прецедентов было, когда встречали в аэропорту Монреаля. И приезжали к нам в автосалон клиенты, забирали машину с транзитными номерами, 10 дней люди могут ездить, она сразу со страховкой идет уже 10 дней. И перегонять ее в свою провинцию, ставить ее на учет без всяких вопросов. Вот моторчик 2.0, все новое, вот видите, фильтра новые, масло новое. То есть я попытаюсь сейчас показать, если что-то видно будет, конечно. Ну, короче, масло все новое, мы заливаем синтетику, чистую синтетику. Свечи новые на бензиновых моторах, мы меняем свечи. Они не стоят таких больших денег, но, по крайней мере, мы уверены, что все, у клиентов не будет никаких вопросов. Все-таки преимущественно мы продаем машины на внутреннем рынке Канады, скажем так. Вот, поэтому... Мы готовим по всем стандартам, как положено для канадского потребителя. Вот в салоне ее покажу вам. Полочка багажника есть тоже, видите. Вот. Сейчас я закрою. Резиновые коврики все, вот, оригинальные. Ну. Сейчас я попробую завести ее. Так, и что хотел показать? Камера заднего вида тоже, по-моему, есть в этой версии. Да. Вот камера заднего вида, но, как вы видите, на вот этом поколении оно еще немножко так размазано, видно. Разрешение не самое-самое суперское, но, по крайней мере, хорошо, что она есть, она показывает вам, по крайней мере, дистанцию до автомобиля. Потом куча всяких настроек, я подогрев сидений трехуровневый для двух пассажиров, для обоих сторон. Куча настроек по климат-контролю, куча настроек по аудио, Bluetooth, естественно, все автоматические стеклоподъемники полностью, подогрев зеркал. Это зеркало тоже имеет вот антибликовое покрытие. Ну, короче, машина, в принципе, не сказал бы, что она супер простая комплектация, хотя это Comfort Line, но... вот такая вещь есть, электрический ручник. Вот, ну, скажем так, для этих денег, для вот этой цены, для 2017 года, это идеальное соотношение цены и качества. То есть вот, пожалуйста, у вас есть шанс ее купить. То есть если она не будет продана на внутреннем рынке, мы, пожалуйста, можем ее продать вам. Просто вот, допустим, с этой машины получилась ситуация, что мы дали рекламу по ней, по Q5. Начали интересоваться из Украины по этой машине, вот, а пришли к нам мать с дочкой, местные с Монреаля, и купили эту машину. То есть мы, ну, что, кто первый стал, того и тапки, как говорится. Вот это Audi Q5 S-Line. Ну все, ждем ваших
звонков обращайтесь. Наш сайт, там все контакты есть. Все, вам всего хорошего, пока-пока.